Всем привет, ребят! Ну что, настал этот момент. Наконец-то на русский сервер завезли огнекрылов. И я, как обещал, буду разыгрывать 5 штук. Сейчас я вам скажу, с какого по какой видос. Это все будет длиться, поэтому не теряйте свой шанс получить на халяву огника. Так, это я забрал вчера пак. Надо будет добить сегодня зефирку. Также не пропустите. Вот гала подарки. На английском сервере тоже такое есть. Дают сундуки, с которых дают довольно-таки неплохие плюхи. Вот сегодня скидки очень даже неплохие на все. Посмотрите, можно собрать. Ну, по-любому мы сегодня должны добить уже зефирку. Огник продается наконец-то спустя месяц. Начали его продавать. Не сумок, это уже целого продают. Отлично. Газуля, короче, куча всего, куча разных героев. В общем, все, что вам делать надо, я думаю, вы знаете. Лайк, репост видоса, подписка на канал, открытые подписки, связь с вами, то есть должна быть в комментах, как связаться. Я буду рандомно выбирать 5 видосов и связываться с победителями. И желательно, чтобы они были сегодня, там, завтра. В сети желательно, конечно, даже сегодня, потому что, чтобы потом не ждать, не искать. В общем, такие вот плюхи, поэтому все в ваших руках. Так, давайте пооткрываем плюшки. Я скажу, с какого по какой видос еще. Такс. Давайте посмотрим, что падает с этих сундучков. А, у меня места не хватает. Вы превысили. А, это я превысил этот вместимость итемов. Ну, давайте попробуем хотя бы, что у нас. Так, надо эти все сундуки пооткрывать. Кулаки. Ну, каждому рандомно, ну, конечно, отсюда топового сундука третьего выбить исцеление. По-моему, оно отсюда падает, это, конечно, вообще огонь. Ну, любые плюхи, смотрите, 30 слизней, сразу можно героя качнуть. В общем, вот так вот, такие вот дела. Так, давайте даже по одному можно. То есть тут скины падают. Поехали, будем добивать зефирку. Вот. То есть разные варианты, как видите, у меня просто больше, у меня с какой-то акции осталось. Вот 10 собрали. Короче, нормально. А также сегодня идет магазинное безумие. Колесо удачи. Выращивай призы. 1 плюс 1 цветущая. Вот магазинное безумие. Где тоже можно получить довольно-таки неплохие плюхи. Вот, посмотрите, сколько всего есть в наличии. Вот уже по 10 раз продано, уже скупают. Вот, поехали ловить парящий остров. Давайте зефирку. Угу, конечно. Размечтался. Смотрите, какую хрень дают нам. О, сумку дали. Ничего себе. Ничего себе. Мне нравится вот так вот делать. Так хоть, знаете, смотришь, и такое ощущение, что ты дохренище осколков словил. Так, награды. Ну, поехали, посмотрим. О, отлично. 9-я эмблемка, ребятушки. Поехали, откроем. Чик. Ну, на архидемона нормальная девятка. Так, ну эти сундуки опять в перелимит ушли. Поехали, посмотрим, сколько у меня осталось зефирки еще дособирать. Наверное, штук 50 как минимум, то и больше.
Не понял. Они хотят сказать, что мы собрали. Да не, не собрали. Где-то я уже провтыкал зефирку. Зефирка, ау. Так, что я втыкаю или что? А, вот. 164. Ну, сегодня добьем. Можно обменять пока. Есть скин, героя нет. А, в общем, вот так вот. Собрали мы. Поехали на ютубчик. Сейчас я гляну, с какого видео. Потому что мы там уже давным-давно. Где-то мы недельки 3 как минимум. Роза. Автопрокер. Счастливчики недели. А, вот, видосик есть, я вам сейчас открою. Видос «Счастливчики недели». Вот с него. По сегодня. По этот видос. Ну, по этот до утра. А, захват экрана. Вот есть такое видео «Счастливчики недели». Вот отсюда считаем. То есть оно участвует тоже. Еще не проснулся. Раз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 20, 24. На 6 это что у нас? 144 видео, то есть от 1 до 144, это будет 145, мы будем делать розыгрыш, то есть... Любое видео может попасть, 5 счастливчиков, ребят, как я обещал, 5 огников, там, любой сервер, без разницы, просто я хочу уже сегодня, я ждал этого момента, чтобы и на русском было, чтобы сразу же все вам поотдавать. Так, то есть все, что делать, я вам уже не один раз показывал, рассказывал, кто не знает, зайдите на стартовой страничке, есть видосик, как это дело все делается, что надо делать. Выбираю 5 победителей, пишу вам посредством связи, которую вы напишите в описании. Не пишите ссылку, потому что YouTube, если много будет ссылок, может просто заблокировать. Вы не сможете оставлять. Пишите просто ID-шку свою нормально. Можете написать что-то словами, типа как коммент, чтобы не выглядело как спам. То есть можете добавлять там циферки разные, чтобы не было одно и то же самое сообщение. А вот вам английский сервер, ребят. Вот посмотрите, что у нас полпака огник, а тут роза, землеройка, огник, космо, лазуля. Вот это, да, за десятку. За десятку, ребят, это, конечно, жесть. Вот такие вот плюхи на английском сервере. Довольно-таки неплохо. Апдейт пак. Ну, английский сервер, это английский сервер, посмотрите, что тут делается. Тоже плюшки есть бесплатные. Вот коллекционер героев, посмотрите, какие здесь плюхи дают на коллекционера. Вот это да. 2 мешка огника первого левела за 15 слизней. Так, что тут еще такое интересное есть? Дискаунт. Ну, дискаунт такой себе. Но все равно можно получить неплохие плюхи. Сюрприз. А вот посмотрите, какие здесь плюхи дают. 320 AE to the Fallen Scrap. Так, Prime Insignia, Magic Power, Blastom, Castle Clash, 16 монеток. Неплохо. 250. 250 дрога дают. Руны дают, Апекс, кристаллы, камень, круг, четвертые. Вот, 3 сумки зефирика первых, 50 магических. О, ничего себе, 50 тут дают, 500 этих, 15 е. 6 этих, вообще супер. Плюхи за большой пак здесь вообще отличные сегодня. Берешь просто большой пак. Надо, например, даже вот этот. Получаешь нормально плюх сверху, либо вот такой вот 500 штук, 500 дрога сразу же. Ну, лучше, конечно, взять, наверное, большой вот этот камикрок получить. Надо будет
сегодня посмотреть, подумать, подокачивать все остальное до максималки. В общем, вот так вот. Пишите комменты, ставьте лайки, участвуйте в конкурсах. То есть я постараюсь сегодня-завтра частями поопределять победителей, посвязываться с ними и поотдавать халявных огников. Всем удачи, всем пока.